Ну, такая вот картинка будет у нас стоять. Бля, не, слишком вот так вот. Идеально. Вроде заебись, прям идеально подставил, да? Что думаете по этому поводу? Охуенно? Что думаете? Нормально поставил? Ну, это моя картинка, это я, ну, это я фоткал. Человек, Китаец кладет коровку. Как думаете, вашему котику хорошо живется с вами? Вот вам 6 признаков счастливого кота. Питомец играет. Если кот играет... Блять, что я делал? Я тиктоки смотрю, охуеть. Ладно, похуй. На него делать нихуй. Золотые купола, золотые купола, золотые купола. Душу мою радуют. Бля, ну тут по нику уже видно, Серега унитаз, то что это, блядь, 1000 рейтингов. Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'яжуть повернутися назад в Україну. Всім привіт, друзі, з вами Сергій П. В этом видео я хочу ответить на три самых-самых частых вопросов, которые мне задают как на стримах, так и под видео в комментариях. Начнем по порядку. Что же со мной и почему я не могу ходить? У меня... А, бля! Я понял, почему я не смотрел на стриме ТикТок, потому что тут очень долгие я кидает. Я на минуту целую. И что? Что вы не замечали? Блять, хуеть. Видите, на 2 минуты, блять. Диван... Или это баг? Охуеть, реально. Кого едят последний? Ну, ну да. Эй, ты, да. Мальчик дрочер напротив. 2 минуты сидеть. Ха, о, 20 секунд. 20 секунд это про меня. Это баг, да это не баг. Блять, я нахуй это смотрю. Я знаю, что ты ждешь боевой пропуск в доте, но его все нет и нет. Не проблема. Летний боевой пропуск с ДК-хуком на последнем задании появился на Epic Loot. Забирай пропуск бесплатно, а не за 300 рублей по специальной ссылке в описании. И выполняй задание, ведь уже на 15-м квесте эпики раздают легчайшие арканы всем. Мало? Участвуй в рейде на босса в новой мини-игре. Атакуй Рошана вместе с тиммейтами одинаковыми стихиями и получай за победу скины и осколки Аегиса. Копить осколки можно весь ивент и открывать за них мега-сундуки. Взгляните на наполнение сундука всего лишь за 35 побед. Круто, что играть в игру можно бесплатно раз в час. И даже на твоем смартфоне. В общем, ссылочку на бесплатный пропуск и мини-игру я оставлю снизу. Там же лежит промо на 15% и на дополнительную попытку в мини-игре. Да, ребята. Да это не баг, тут реально минута, охуеть, он что, еблан? Две минуты, охуеть, да что с девочками, это? Ну, контакт, ну, легко нахожу. Неуверенных в себе людей на самом деле достаточно легко определить. Рефлексы, температура, подними-ка хвост и расслабься. Бля, если что, это не мои рекомендации, на телефоне у меня нормальная. Мой оригинальный итальянский голубь. Он расы Ван Лун Янсен. Что за мультик? Рефлексы. Температура. Подними-ка хвост и расслабься. Кот в сапогах 2, последнее желание. Поверь мне, я горяч. Остал. Ты чё не мог узнать, как кота в сапогах? Вообще? Поверь мне, я горяч. Осталась последняя жизнь. Вот адрес мамы Луны. Я не питомец, доктор. Я кот в сапогах. Жизнь проносится перед глазами. Блядь, же музыка такая, блядь. А нахуй спойлеры? Чё, вообще, го посмотрим? Охуеть, я вторую часть не смотрел. Ну все, лошок, я уже забронировал. Это... мой оригинальный... Сейчас посмотрим, попозже. Пару тиктоков фигур. Итак, российские силы взяли под контроль Солидар. Один из ключевых городов. Если вы тот счастливчик, кому попалась красная икра... Так, давайте сразу поменяем. Че он, лол? О! Есть LD вот эти, которые тут это самое?
А, блять, какие лды, погодите. Ну, в плане, кто-то шарит за этот трек? Хули мне инлокер миди, хули мне крипстат. На моей футболке надпись Dead Inside. Вопреки пиздежу, блин, канусь пиздану. Я танцую словно кот у курса, да на стриме. Гениальный гэг, Шикимару Наран. Своим умом очень. Чё да в новости фото, педервалос. Не можешь собрать Сёгун Райден? Нет. Что поделаешь, сейчас помогу. Мугано кёчи. Сёгун Райден – величественный и могущественный электроархонт. Универсальный персонаж, который может играть разные роли в пачке. В основном это ДД или саб-ДД. Перед началом хочу предупредить. В видео присутствует много моментов со вспышками. И если у вас есть с этим проблемы, прошу перелистнуть видео. Также не забываем про мой телеграм-канал. Там я общаюсь с подписчиками и оповещаю о новых видео. Ссылка в шапке профиля. Всех жду. Иешка Райден наносит электро... Ты Геншин рекламен... Я не рекламил Геншин еще. Немецкие ученые доказали, чересчур здоровый образ жизни – путь в могилу. А вот лень – это залог здоровья. Факты. Гисты и бездельники могут торжествовать. Они проживут дольше тех, кто рвет жилы в спортзале. Лень не зря называют матушкой. Она заботится о нас не хуже родной матери. Сибариты и лентяи имеют... Блять, да сука, с таким голосом можно нести все, что угодно, в это будут верить, нахуй. Более устойчивую психику. Они не надрываются из последних сил, чтобы взять штурмом... Бля, да! А как это называется трек... Чая. Вот, это правда. Вы можете просто говорить таким голосом, и вам люди будут верить. Блять, еще если этот трек будет играть сверху, это реально. Слова, what the fuck? Очередную ступеньку карьерной лестницы или на всю катушку использовать абонемент в спортзал. И в итоге живут дольше. В начале 20 века французский профессор... Блять, нахуй это смотрю, это пиздец. Похороны Елизаветы, Лондон. Удалось ли вы... Excuse me, bro. You excuse. I'm not your bro. I'm not your bro. Друзья, если я только присмотреться, то... Блин, красиво, да? Что? Видно, как наша земля двигается. Куда двигается? Разве я говорил вам, что уже можно расслабиться? Игра еще не окончена. Если мы проиграем, критикуйте меня сколько хотите. Можете говорить, что этот брос... Вы знали то, что в Америке можно получать бесплатные продукты в раз... Да. Привет! Да, вот это... Что ты мне кинул? Бля, ты че, ебанат? Я не буду это на стриме смотреть. Ты что, ебан? А ты шо, случайно, те, кто ходят, ходят? Шару. Ты хотел сказать. Блядь, тот самый юмор, Блядь, ты заебал своими похоронами, блядь, долбоёб. Иран уже готов про...
Салам алейкум, Казахстан. EQS 2023 года, 580-й. Бля, кто такие машины любит вообще? Ну, будем честны, это сколько человеку должно быть лет, блядь, чтобы он... Ну, что это? Как на такую хуйню можно ездить? Это вообще не кайф. У меня хоть и нет машины, но если бы была, я бы брал какую-то двухместную. Нахуя мне четырехместная машина, блядь? Кого я там, блядь? Я что, нахуй, таксист, блядь? Самая максимальная комплектация. Зарядку ясно, нам положили. Нахуя? Сейчас покажу, как задние... Для семьи? Колеса будут... Ебать, так пусть... В смысле для семьи? Ну, взял жену, поехал с женой. Вращаться, всё. Ребята, смотрите. Тут 9 градусов наклон. Бля, фу, бля, ебать, я ненавижу такие машины. У меня есть план. Ну, на самом деле, в них удобно сидеть. Ну, это... Твой стеги, на что курсет согласился. Можем посмотреть этот видеоролик. Давайте обсудим. Всем привет, я диктор канала Мастерская настроения. Сразу не знаю, если еще говорю, не понимаю. Сегодня я расскажу вам... Первый раз смотрю это видео. ...о лицемерности и лжи всеми вами известного ЗХЦ Курседа. Все началось с того, что Курседу понравился наш с Янг Сэдди бит. И он захотел под него записаться. Давайте абсолютно случайным образом перемотаю на... Нормального ответить не смог. Если вы неравнодушны к этой ситуации, то пожалуйста отправьте это видео друзьям и поставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Знаете, Курсед отвратительно относится к своим продюсерам и к своему творчеству. Это правда. Ну, это правда в плане, я знаком с этим челом, но реально тварь. Это для продвижения. Ну да, он ублюдок, тотально, я с ним знаком был, он меня кинул на бит. Тоже. Сколько тебе лет? Мне 13. В смысле 13 на вид, блять? Побольше. Сколько стоит твой телефон? 63 тысячи. 63 тысячи, охуеть! Бля, разве Дота, ты какую-то ненависть пропагандируешь у меня в чате? Я тебя забаню сейчас. Хуесос ебучий. Ну, в плане, я не защищаю его, да? Типа, не пиши такое. Это что? 11 айфон. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сколько вам лет? 32. А сколько стоит ваш... А нахуй это чел снизу, блять? Телефон. 12 тысяч. Блять, какая... меня тошнит что-то. Модель? Huawei U5. Камеру. И чё? Сколько тебе лет? Типа, они люди удивляются то, что у молодых, ой, точнее, у маленьких девочек телефоны за дохуя денег, типа, или чё? Пиздец. Не знаю, у меня вообще Sony Ericsson был. В 12, вроде. Или в сколько, блять, в мало, короче. Кнопочный, короче. А ща, ну, а чё, ебать, чё люди удивляются? Sony Ericsson, кстати, имба тогда телефон был. Так, снова донатеры едут. Ну, нравится такое? Как влюбить в себя абсолютно любого парня или девушку? Всё. Рассказываю. Если вкратце, ответ прост. Для этого держись. Не надо. Сейчас объясню, почему. Когда нам кто-то нравится... А мне похуй. Я прихожу, я иду до тебя снова. Ну как тут не поставить я лайк? Прихожу, ну как тут не поставить лайк, черт возьми? Как тут лайк не ставить? Артериальная кровь алая, пульсирующая идет. Блять, что нахуй? Про котов всегда интересно. Почему говорить. Большинство мусульман бедный? Почему большинство мусульман... Ты охуел? И а чё это?
В один год она выглядела на все 4, а в 4 выглядела на 16. Чудно. Скажи, папа, почему ты больше не купаешься вместе со мной? Бля, кто такие аниме смотрит? Бля, реально без хуйни. Вот реально ей кто-то это смотрит? Это ж пиздец. Что это? А? Тебе это больше не нравится? Бля. Погоди-ка. С чего ты вообще так решила? Папа, ты всегда обнимаешь и целуешь маму в губы, так? Ну да, и еще кое-что. Обними. О, бро, ты же хотел iPhone, а почему купил Android? Ты че, это Xiaomi Redmi Note 300 000X, тут процессора, трансформера, камера... Бля, мне кажется, у меня TikTok какие-то вообще, ну, прошлой эры, я не знаю. Алло? Тут вообще будет разрывная, прям жесткая шутка. У нее сейчас рот занят, я сейчас кончу, она сплюнет, и она вам перезвонит. Шарите, да, Ева? Пиздец. Я хочу тебе машину, чтобы Это сколько мне лет должно быть, чтобы я с этого посмеялся, блядь? Это 54, 58, 95. Я хочу тебе альтуху. Я хочу тебе альтуху. Сколько ты вообще занимаешься блогингом? 3.5 года. 3.5 года. Со скольки лет? С 21 года. Тема Санцепёк, страшное, смертоносное оружие России. А что будет, если ходить по бесконечной пицце? Недавно вышла Компьютер Арплайн майже за 5 миллиона гривен. Відюк. Крутий. Використовував в якості домашнього прискорювача елементарних частин. Скоро можна розраховувати на Нобелі. Переваги. Дешевший, ніж колайдер. Блин, нахуй. Переводи хотя бы долбоеб. Ты что, тупый сын шлюхи, блядь? Ты не знать украинский язык, это как... Блядь, это как... ты жизни не знаешь, блядь, если не знаешь украинский язык. Понял, блядь? Ты... Все знают украинский язык, блядь. Все знают. Переводи, пишет, блядь. Я хочу называть тебя малышом, но без «ыш». Малом. Малом. Что такое малом? Это пока... Тут в комментариях написано, это по-казахски милашка. Рази Дота, ты малом. Она мне говорит, купи мне 13 айфон. Я ей говорю, 13 несчастливое число. Она мне говорит, какое счастливое число? Я ей говорю, какое счастливое число? Samsung. Она мне говорит, купи мне 13... Брат, понял, номера хорошие, но водителям почему-то не нравится. Пойдем проверим. Розкажіть, чим розважаєте себе вдома, коли немає світла та інтернету? Драчу. Там мене є постійно світло. Бля, чому от в цій хуйні, от цих опросах, ніхто не рофлит, кстати? А, оце ви, значить, з тих людей. Чёртовой матері, не буду я більше вашу картошку собирати. Мне Париж той аплодировал, ясно? Чёртовой... Я часто чув, що в молодому віці, а такі дорогі... ГВДС, я тебе GTA пострілю. Ти чого хуйня? Люди радять молодим. О! Ми. Привіт, друзі. Хочу вам повідомити досить неприємні новини, які будуть стосувати. А ось цей рол мені рекомендувала подруга. Понял. Вона вихідних брала батька. Понятно, понятно. Скільки запечений. Ага, понятно, і чого, і як. Дуже смачний. Ага. Попробуємо. Давай попробуємо. Так все, блядь, ти, я... На нахуй. Ось цей рол мені рекомендую. Осуждаю. Ніхуя себе, ти пернув зараз, звісно. Всем привет, друзья! Сегодня я покажу, как приготовить хрустящие, вкусные картофельные подушечки на своей кухне. Поехали! Берем немного картофеля, заливаем все это водой. Эй, у меня и картофеля даже нет. А что это, новый мультик? Это новый мультик вышел? Но теперь она подошла к концу. Это новый мультик про кота? С минуты на минуту будет решен вопрос об аресте подростка. Если человек не дышит, да? И у него остановилось сердце, у тебя есть 10 минут, чтобы его... А, лол, осуждаю, охуеть, я что-то и... осуждаю, ебать, забыл. Спасти, на...
осуждаю все, что было плохое. В этой анимации я покажу тебе, что происходит с человеком внутри его тела. С каждым... А, ебать, так можно... Это ебать, я осуждаю все плохое. Сжатием ты создаешь давление... Нурдаулет, я, а между нами прозрачная леска. Посмотрим, кого мы сегодня поймаем. Алкет перебалка. Вау! 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock. Блин, страшно? Да не, ребят, забейте хуй, блядь. Все будет нормально. Всего лишь волосы сожгутся. Всего лишь я делаю это первый раз. Ну, лысым боюсь остаться, пиздец. Такое может быть, Алан? Типа, знаешь, я вчера смотрел, короче, мне попался рилс, где женщина сидит в крашке. В краске обесцвечивающей. И там три этих из Индии, чувака, Они стоят втроем, охуевают, и вот так просто расчесывают, не расчесывают. Простите, извиняюсь, просто... У меня всегда такое, когда я вижу тиктокеров на Твиче, и они стримят. Я не знаю, это автомат... Ну, без негатива какого-то, у меня всегда такое, типа, я рыгаю почему-то. Что за хуйня, блядь? Ну, реально, я не виноват, если что. Ну они просто такие, да, они просто такие забавные, они так смешно, ну, контент лютый, плотный как делают, знаете, типа, ну, типа, прям вообще ржач, и, а я что-то рыгаю, не знаю почему. Блять, мне бороться с тревогой, то есть с тревогой. Кто вы? О чем вы? Что за хуйня? О профессии. Хотите изобразить интерес? Что происходит? Ладно, в вашем смехе звучит отчаяние. Охуеть, он готовит! Вы видите, что он делает вообще? О чем вы? Вы видите, что он делает? Что? Охуеть! А чё он такой умный? Вы видите, что он делает? Ну это не он делает уже, но то, что он делал до этого. Так, я сейчас должен запутать, да? Да. Ну ладно, насколько получится. Окей. А я кубик Рубика за 10 секунд собираю. Минимум. Ой, максимум. Да, максимум. Ну ты орел. Ну я быстрее могу. Купили ребенку игрушку. Понятно. В Северной Корее казнили 3 школьников за... Осуждаю. Как тебе вот это? Блядь, осуждаю. История про то, как 20-летняя девочка занималась чистым рэкетом ресторанов через ТикТок. Мы с ней как-то в Одессе пошли в один ресторан морепродуктов. И это был тот случай, когда именно она меня пригласила. Наверх или вниз? Ладно, похуй. Он получил, что хотел, деньги. Но потом потерял все, что имел. И корабль. Я год училась с детьми миллиардеров, и вот чему они меня научили. Понятно. Чё, пацан? Назови, будь ласка, найконченнейшее человечье имя. У меня просто друг, его так зовут. Миша. Самая ебанутая хуйня на планете — это иметь родного брата или сестру, блядь. Знаете, люди, у которых нет брата или сестры, думают, что это все так по-доброму, да, что у вас идеальные, блядь, понимающие отношения. На самом деле, это как две бродячие собаки сцепились, нахуй. Яна, вы нахуй с друг друга цепляетесь, постоянно. Итак, переходим. О, ну это когда я на миди играю, короче. Это когда я на миди играю, и... Это enemy, типа. А это я когда на миди стою, там, на ком-то, на снайпере. Это я когда... Вот это я на снайпере, и это бэтрайдер. Типа... Типа мне похуй. Блять, чё за хуйня играет вообще? Специальная военная операция началась. Осуждаю, если что. Парни, что вас не привлекает в девушках? У меня было одно свидание, на котором девушка вообще ничего не узнала обо мне. Каждый раз, когда я пытался упомянуть какую-нибудь деталь из... Я потеряла подарок за 38 тысяч. Блин, который муж мне подарил что? На Новый год. Успела я с ними походить ровно 2 дня. Мне кажется, что мне просто не везет с Apple Watch'ами, потому что предыдущие... Я
это мистер Бист, я если чё шарю. Вот познакомились с девчонкой в парке, да? Две бутылки. У нас там. Вина? Красиво. Мне так прохладно становится. Уже... тут уже все понятно, блядь. Запомни, если ты видишь человека вот в этом состоянии, он пытается кричать, но изо рта идет пена, его мышцы напряжения, он не понимает слова и крики, то это и... И опять зажигать до утра, как вчера. Что это? Что, Ростик на физре? Как всегда, я звезда. Что? Как тяжело быть звездой. Блин, он крут. Что это? Я бы съел это. Мы хотим вам сказать большой привет от нашего... Какие комплименты категорически нельзя делать с точки зрения нейролингвистики и психологии? Три страны, в которые ты с удовольствием был вернут. Эй, сынок, ты уже слышал новость? Что? В России официально легализовали употребление марихуаны. Осуждаю. Бля, да впал на самом деле кота в сапогах уже смотреть. И в конце две маленьких и так вот. Куда лучше заканчивать? Куда? Ну, каждому свое. Тебе куда? Смотрите на его лицо, что? Бля, ему... Блядь, да как? Ну, это постанова. Ну, всегда по-разному. А лучше куда? Ну вообще каждый раз по-разному получается. А лучше куда? Ты что, дебил, блядь? В трон. Ахуя просто, мне кажется, кот на очке сидит, вообще нереальным. Самая дешевая Камри в мире. Похуй. Этот турок продолжает. Похуй. Громадяны Украины. Похуй. Когда я просыпаюсь? Алкоголь можно трусах, купить, блядь, до 9? Да. Как вы продаете? Ну, почему в трусах, а не голый? Я просто голый сплю. И вот сейчас штучку покажу, которая стоила 16 тысяч рублев. Готовы? Что, это же мой любимый стример. Моя любимая стримерша Акулич. Нет, Серёжа Леска. Что? Чтобы играть в Майнкрафте было круто, чтобы я была похожа на Хесуса и на Фредди Теймера в Майнкрафт играть, я взяла такую вещь. О! Смотри, как могу делать. Но вообще вроде неплохо, смотрите. Что? Вот так? Что? Блядь, что это, что за хуйня, еще не поняла. Что это было? Что хахахаете, блядь? Что вы смеете? А смотрите, подождите, а что смешного? Подождите, а что смешного? Что-то смешно? Смеетесь, чат. Тут фильтр. Чат, а чё... Подождите. Чат, а чё вы смеетесь? Сейчас. Чат, а почему вы смеетесь? Чат, почему вы смеетесь? Чат, а чё смешно? Чё случилось? Чё-то смешное произошло? Чё ржачного? Блять, где это нахуй? Возвращаемся. В фильтрах можно сделать так? О, подождите, я что сделала? Что сделала? Ой, блять. Оу! Тихо. Хочет сказать. Тихо, типа рофл, типа рофл. Привет, чатик. Как у вас дела сегодня? Как у вас дела? Привет, чатик. А,
А можно вообще реально пряди ухуярить в зеленый и сделать фильтр в ОБС фильтр хромакея и каждый нахуй менять цвет волос. Ебать, Агенина. Да, вау, бля, не зря у меня фоллоу стоит на нее. Реально, контент. Блин, я в шоке. Как это такого можно было додуматься? Топ-аниме, которыми запомнился 2022 год. Сатана на подработке 2. Созданные в бездне 2. Перерождение дяди. Вермеил в золоте. Перерождение дяди, что, блять? Госпожа Кагуя, рыцарь-скелет вступает в параллельный мир. Тусовщик Кунмин, игра друзей, Блюлок, Джоджо. Кстати, игра друзей прикольное аниме, всем советую. Часть шестая. Война горничных Акибы. Песнь ночных сов. Это фарфором... Кукла влюбилась. Летнее время. Блич. Тысячелетняя кровавая война. Человек-бензопила. Семья шпиона. Киберпанк, бегущий по краю. Ибо... Хуйня. Я даже не смотрел, я уверен, вот это хуйня. Я даже не смотрел это, я уверен, это хуйня. Панк, бегущий по краю. И последнее, топ-1 тайтл по рейтингам среди зрителей. Аниме Бочи Зе Рок. Или же Одинокий Рокер. Убегайте от людей с какой-то татуировкой. Отсюда видите, вот тут. Что за хуйня? Почему сразу после обновления iPhone начинает глючить и... Ой. Блядь, да что за хуйня? Знаете, что 14-летнюю Кири из сиквела «Аватара» сыграла 73-летняя Сигурни Уивер? 24 футболиста на букву «Р». Ришарлисон. Рой. А действующий или... Здрасте. Всем сосать. Простите. Команда, всем сосать. Мы на турнир. На английском. Всем сосать. Мы на 10 минут опоздали. Это же ничего страшного. Ебать, штука прикольная. Ебать, она охуенная. Сзади рейс. Это рейс. Сзади рейс. Господин Зеленський, а вам... Готуємо мега-смачну картопельку по-селянськи. Готується дуже легко та просто. Понятно, я не умею. Парни! Если ваши знакомые систематически смотрят ваши сторис, видео, и вы понимаете, что они никак не реагируют, то, скорее всего, они проявляют таким образом пассивную агрессию. Но давайте проведем черту. Это не значит, что каждый ваш знакомый должен уделять вам знаки внимания в сети. Но если вы замечаете одних и тех же молчаливых наблюдающих, то такой процесс называется игнорирование, что является пассивной агрессией. Беру выражение «я» с помощью социальных сетей некоторые аспекты построения социальных... Блядь, нахуй я это смотрю, охуеть, вы только вдумайтесь, я трачу на это свое время. А, ну хотя ладно, я в доту играю, похуй. Не так обидно. Да ну! Это 13-й. Грустное видео. Зима 15 и 21 год. Мам, я пошла. Ты ничего не забыла? Я без шапки пойду. Шапка. Ну ладно. Все равно же я сумку положу. Понятно. Пока полз. Этот демон слишком силен. Ага. Ничего себе, ты наконец-то решил собрать телевизор? Я с ножки да закручиваю, поставлю, будешь смотреть. Не успел купить Ой, телевизор. Какой что ты делаешь? Положи на место. Кто это смотрит вообще? Для кого ты с нами жирный? Для кого это видео создано? Руками трогаешь. Охуеть, 90 тысяч лайков. Пульт, он весь сейчас в пятнах будет.
Его нужно сначала в пакет замотать, потом в руки брать. Ты что, больной? Блядь, я тоже... Не хотел, но случайно убил на... Пиздец. Мне интересно, кто это носит. Без негатива, если чё. Без негатива, вещи прикольные, но мне просто интересно, кто это носит. Чел пишет, где купить. Ребенок, умирающий от голода. Осуждаю. Друзья, рассказываю. Покинулись мы сегодня зранку, у нас такие сюда. Проснулась в 7 утра от ебанутой боли. Просто ебейший. Зову Лешу, плачу. Говорю, что пиздец, больно. Блять. Проснулась в 7 утра. Знаете, сколько тут лайков? Вам не видно, да? Вам не видно, сколько здесь лайков? Угадайте, сколько здесь лайков. Попробуйте угадать, сколько здесь лайков. Ну, еще, ну... Ну, там чел угадал уже. 50 тысяч. Ну, 50 тысяч лайков. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, почему здесь 50 тысяч лайков. Просто ебейший. Зову Лешу, плачу. Плачу. Говорю, что пиздец, больно. Он, сука, спит непросыпаемым сном. Вот тварь. Кумарит жестко. Я думаю, ну, еды налила. Ну, че, блядь? Охуеть. Это тут 50 тысяч лайков, вы думаете. Что с людьми происходит? Ну... Охуеть, я просто охуеваю. Что с людьми происходит? Я случайно, я ничего. Вы будете просто в захвате від цього рецепту. Беремо лаваш та нарізаємо. Фермеру становится дуже багатьох. Сегодня утром 8:15 в центре города люди видели летающего человека. И всем интересно, как... Ладно. А ну-ка дайте рубану. Давайте. Что, сильно делать? Блять, ты нахуй это смотрю, охуеть. Вот ради чего я сделал это все. Где этот звук найти теперь? Почему никто не пишет трек, музыка? Никому не интересно, что ли? А как узнать, что за трек? Я хочу это слушать. Блять, тут не написано нахуй. Ну ладно, похуй. Давай, ты чё? Ты сказал, ты уже нашёл. Ты чё, ебанутый, блядь? Ладно, там чё уже в чате написали. Я в ахуе. Ладно, трек такой все. Как избавиться от игромании? Ну, наконец-то. Прежде всего, необходимо понять, что такое игромания. Игромания — это стопроцентная... Похуй, 5 минут я ебал. Вот есть такие поилки, вот кот здесь сидит. Если кот сидит на поилке, значит, он ждет, пока ему дадут попить. Да, есть некоторые проблемы. Девушки! Может отрезать тебе... Да. Приготовила японский десерт Моки по просьбе дочки. Что получилось?
пиздец. Спасибо, красивая женщина. Сегодня просто играем в ген... Пиздец. У меня реки в Геншине еще, блять. Это... Геншин. И идем сейчас выполнять поручение. Для начала берем рыжую статью. Ебать, 80 тысяч лайков на этой хуйне. Собаку и кошку. Охуенно. Кого едят в 40... Стриптизерши, расскажите о самых странных случаях, с которыми вы столкнулись на работе. Как можно быстро уменьшить задержку и улучшить производительность видеокарты? Кликаем на рабочем столе и переходим в параметры экрана. Пиздец, я, блядь, таким занимался, нахуй, ко мне 5 лет было. Ставим вниз и переходим в настройки графики. Здесь переводим ползунок и включенное... Тут эти, блядь, лайфхаки, блядь, ебаные. Никогда не работали, кстати. Я вот... Сколько вот, у меня был ком говно, я искал в ютубе, вот, как увеличить FPS, вот это, ни один не сработал. Не надо тебе там. Изменить. В смысле? Спорим, ты тоже сможешь ударить битой по голове и ничего не случится. А пока подпишись. Да поебал, типа у него был пухан ТНФ. Я украду твои данные, я кину вратник ПДФ. От них уделать купил доки депутата КПРФ. Что происходит? Ну что, собаку? Отец, ну не обессудь, погорячился. А, плакать не будет. Блять, блять, да зачем мне эта информация, сука, я не могу нахуй. Это бесполезно. My name is Anton. Я Сабинина мама. Я пидорас. Осуждаю, осуждаю. Если вдруг заходит... Осуждаю тоже, Вик. Есть... Пошел ты нахуй отсюда, блин. Я че, Стресс повышает кортизол? О. Нормальное видео. Блять. А похуй, блядь, это лучшее, что... Звезда сериала Wednesday Дженна Ортега лестно отозвалась об олимпийской... Мне похуй. Понятно. Почему не стоит... Повістки, повістки, кому дати повістку? Алло, о, тіпися в ТРО! Мама, в генераторі закінчилась соляра, то я туди настяв. Ну, короче, очень красиво. Я потом пофоткаюсь. Самые жуткие кадры дня. Да, мне кажется, у меня IQ падает, кстати. У меня прям... Ну, я тупею. Я прям это ощущаю, реально. Потому что я уже даже не скипаю, я смотрю. Охуеть. Ну, я даже иногда улыбаюсь, скажу честно. Ну, типа, вот видос какие-то попадаются, я реально... У меня улыбка появляется какая-то. Это нормально или нет? Зачем Рокки, блять? Нормально. Ракета лафромбит. А что там в комментах, интересно? Это же друг, купить, продать, неужели это вещь какая-то? Прочитай описание. Описание тут: эго в рек, я рада, собака фу, ура, пудель, ахаха, рофл, ура. Ракета лафромбит. Понятно. Да, тиктоки странные. Что будет, если самого опасного в тюрьме назвать геем? А я к вам Тины Буковой. Что за хуйня? Говорить цього року? Нормальні, ми вже не були 2 роки тут. Але нормальні. Я в ахуе. Блять, да что? Да я даже не знаю, как это комментировать, блять. Что говорить? Чтобы не втыкал. Первая реакция организма. Ай.
как правильно наказывать кошку. Но для начала вам нужно знать, что кошку нужно наказывать. Пожалуйста. Слушаю вас. Ваша честь, я требую, чтобы вот эта вот наглая девица вернула мне все деньги, которые по своей глупости ей на подарок для нее истратил мой муж. Мы в браке состоим 34 года. У нас двое взрослых детей. Да, блядь, я даже не понимаю, как? Типа, ну я понимаю, что это все постанова, да, все дела, но я просто не понимаю, типа, когда такого люди додумываются? Но... Что, что это такое? Ему 60 лет, седина в бороду. Вы это видите? Весу ребро, когда он встретил вот эту вот Марину, он не смог устоять перед ее прелестями. Ну ладно бы просто изменял. Но ведь он же кучу денег на нее тратил. Верхом его глупости была покупка вот этого вот... Бля, я ведь это смотрю, охуеть. Наконец, рекомендации ТикТоки начали понимать, что мне нравится. Что мне нравится. Сирены воздушной тревоги в Гомеле. Понятно. А теперь займемся магией! Пусть... Бля, как можно нутеллу хавать? Она такая сладкая, пиздец. Она вообще... Фу, блядь. Я не знаю. Фу. Я сейчас понимаю, пиздец, хуйня. Ну, если тебе не 5 лет. Ебать этот кот сзади всратый. Ну это я. Это тупо я. Ебать его хуёво. Посчитай заново. И что? Осуждаю, да? Осуждаю. В смысле? А, осуждаю. Эй, парень, я дам тебе 5000, осуждаю. Если ты сейчас поднимешь вон тот фантик и выкинешь вон в туму. Не заметил. Я посмотрел этот сериал, 2 серии, я больше не смог. Ну это такое, бля, это настолько для маленьких девочек, это просто... Ну я посмотрел первую серию, мне не понравилось, я думал, ну ладно, а почему... Ну я думал, ну все хвалят, значит что-то будет. Я смотрю дальше и понимаю, что меня просто наебали, блядь. Это вообще, это такая хуйня, блядь, это просто пиздец. Малий, а ти точно радий? Уряд України затвердив постанову номер 1408. Закрой рот свій. W centrum Krakowa jest centrum nauki i zmysłów, do którego teraz was zabieram. Drzwi otwieramy, w dół schodzimy i jesteśmy na miejscu. Бля, я даже понимаю, это охуеть, а как? Я не знаю... А как я понимаю польский язык? А я его понимаю с контекста как будто бы. То, co według mnie tutaj najważniejsze, jest niemożliwe... Najważniejsze, to ważne. ...do pokazania, bo to wystawa w stronę ciemności, gdzie niewidomy przewodnik oprowadza nas... Bля, no слишком быстро говорит. ...w całkowitej ciemności. Tutaj nie raz się zaskoczymy. Ale... To my tu jeszcze nie raz будем, типа, zaskoczymy, no... Wy... Я... А как я... Как... Я... Это... Алло, як там? Вы слышите? Я понимаю, что они говорят. Hello, как то? Ніби невідомі, а jednak wszystko widzą. Матко, єдина добра, przepraszam, wracamy. Бля, ну тут я ніколи не понимаю. Bardzo mi się podoba to, że tutaj tak naprawdę wszystkiego można dotknąć. Можно потрогать, говорит, типа, вот эту штуку. Bardzo mi się spodobało. Не, ебать, я знаю язык, который не знаю, как... Я в ахуе. Слухай прикол.
Значить, Ані Лорк. Ще коли... Неочікувано. Друзі, для тих, хто сумує за АТБ, для тих, хто знаходиться в Європі. Что? Нифига себе! Спасибо, ласка, да, пап, я нашел, кто меня обижал. Они тут сидят, кушают. Одна черная, другая в белом. Осуждаю, осуждаю. Вроде бы. Осуждаю, но не знаю, что. Пиздец. Че за хуйня? Блять, что? Блять. Блять, А зараз я вам поясню, чому краще самим нічого не... Блять, я не понимаю. Блять, я вообще не понимаю. Ладно. Ты снимаешь? Блять, мне ноги ладно, фермально. Ай, блять, сука, ебать громко. Крошка, у меня есть... Что-то хайпят, да, хайпят вот этот мультик. Завтра посмотрим тогда вот этот мультик, вот этот кот в сапогах. Хайпят что-то. 5000 рублей. О том, что Солидар будет оставлен в течение... Помните, помните соседа? Я сосед. Карина, доброго раночку. Осуждаю. Ну, я в ахуе, короче. Не знаю, друзья, что вам сказать. Оп. И вот так вот. Наверное, мне нет оправдания. Понятно. А я думаю, почему, бля, почему у меня всегда будто бы что-то кто-то покушал. Ребята, мне кажется, это как его, постанов... Ну, это неправда, то, что он работает в Глово, ну, типа, в доставке. Потому что, ну, что это такое? Это ж пиздец, да, типа? Ну, если бы это было правдой, типа... Похуй! Поебать! Похую! Да, это мне в последнее время начали наебали прыщи вылазить много, прям, я не знаю. Не в тему, конечно, да, но у меня что-то наебали, что-то дохуя прям. И почему? Ну, вообще не было никакого прыщей, а еще начали. Похуй, похуй, похуй. Выдави, покажи. Покажи. Покажи, говорит. Кстати, это реально работает. Я пробовал. Я в ахуе был. Короче, у него получится. Эй, парень! Ты где так научился? Футболист, что ли? Вот, блин, подох. Кто ты вообще так... Ебать, озвучка, это кто, блядь? Кто, что это, блядь? Ой, давай вместе в футбол играть! А? Ты что, сын, мне... Короче, если встреть в озвучке, то только ванилибри аниме. Если в озвучке встреть. Лучшие озвучки вы никогда не найдете. Пионера, да? Правило 3Х. Знаєте, що це? Це три обов'язкові пункти, які мають бути в кожному мужчині, щоб з ним замутила жінка. Отже, це харизма, хуй. Характер. Хуй. Я угадав. Блядь! А надо осуждаю на всякий случай? Или нет? Блядь. Блядь, ебать сложно. Ну типа и... Это не моя вина, если что, я не хотел показывать попу кота. Но осуждаю, на всякий случай, это не моя вина. И чё? Он же спал. Ебать ты гнида. Да ебать гнида, да, прям, ну, тварина. Пиздец, тварь.
Котенок британец 3,5 месяца, отказали резко задние лапы. Причину до сих пор установить не удалось. Но посмотрите, как он мяучит, как он кричит, когда дотрагиваешься до каждой из конечностей. То есть передняя лапка, плечевая, лучевая. Ну да, потрогай, блядь, блядь, это такая жиза. Ты приходишь к врачу, там у тебя перелом, я не знаю, руки, а он это трогает, сжимает все, знаете, прям... Прям что-то нахуя, блядь. И причем, знаете, ладно бы дотронуться, спросить, это больно, ты говоришь, да. Он еще сильнее Костя сжимает. Так... Нахуя так делать? Всем советую. Devilman Crybaby. Слава богу, что я не стала делать этот значок. Ребят, спасибо вам огромное за, за интерес ко мне. Не за что. This is a work of... Пиздец. Це пранк, що? Це в мене було, це... Кто из вас? Блядь. Кого я ненавижу больше всего на свете? Да сразу можно определить, Эдит говна. Несвободных людей. Внутри все так закипает, что я тебя не представляю. Догадываешься, почему? Понятно. О, блядь, да что... А я сам посмотрю. Ну тут ничего интересного, короче. Обсуждаю. Сегодня, значит, им пизда. Я всегда хотел быть первым, да, не одним из ста. Какого хуя? Вроде как, не знаю, его не слышно, не видно. Сука. Вы чипсы захотели? Или ты как сказал? Девушка, как вас согреть, лево или право? Сладким шоколадом. Право? Тогда держите, согревайтесь, это вам. Оп. Согревайтесь, до свидания. А как вас согреть? Лево или право? Выбирайте. Правую? Вот эту? Тогда у нас тут обнять. Разрешите вас обнять. Девушка, как вас согреть? Слева или справа? А? Тогда согревайтесь, держите. Шубка Тедди вам. Идет? Нравится? Нравится все? Я в ахуе. Мне тяжело доверять людям. Если кто-то добр ко мне, я... Понятно. Нихуя. Ты плачешь. Нихуя, блядь. Я 13 лет была замужем за своим лучшим другом. Я считала, что у нас... Сапух мне. Кишки. Чё? Что это? Нихуя, он их приручил, охуеть. Сюда кишки. Вопрос к парням. Какие вопросы вы хотели бы задать девушкам, но всегда стеснялись спросить? Сосете? Ну, типа, сосете или нет? А чё, нормальный вопрос? А чё смешного? Это обычный вопрос. Вот да, ответили. Да, да. Могу. Еблан. А ты? Что на самом деле происходит, когда вы идёте... Ох, тут у нас такой хороший... Я.
Мы в данном случае. Так, давайте. Поехали. Без подсказок. В данном случае к перекрестку подъехали сразу 4 автомобиля. Угу. Все они двигаются прямо, их траектории пересекаются. Создается конфликтная ситуация. Есть правила. Если правилами не оговорен порядок разъезда, водители разъезжаются по договоренности. Что это значит? Это значит, что водитель, который взял на себя ответственность... А что, я не буду отвечать? ...показывает, как он видит порядок разъезда. Дальше водители разъезжаются по правилу помеха справа. Ебать, мне бы впадло было. Ну, короче, я бы так... Ну, короче... Типа, нормальный чел. Ну, я нихуя не понял, короче. Слава уже зашкалила. Блять, что я смотрю? О май гад. That hog just stole my wallet. Батя не ебло, недовольная. Ну это не смешно. Это не смешно, потому что там люди смеются. Бля. А почему, кстати, я вообще не понимаю, почему они это делают? Это не первая черепаха, которую так делают. Это охуенно. Чому деякі військові носять? Я що, похожа на шлюху? Я хожу в клуб потанцювати з дівчиною. Getting a girlfriend can ruin your life. Если когда у вас девушка, вы заводите девушку, это руинит вашу жизнь. Но это твоя собственная ошибка и не ошибка девушки. Я говорил много молодым людям, которые... Ебать, я английский шарю! Охуеть! Я... Блядь, ебать, я... Ебать, я нормальный чел. Я столько языков знаю, да? Это пиздец, я многофункциональный, я умный. Блядь, охуеть, нормально, блядь, как раз как хотел закончить, блядь.